Сегодня мы начинаем с вами увлекательное путешествие. Мы будем говорить о том, как сделать, чтобы сердце не смущалось. Иисус сказал своим ученикам, «Да не смущается сердце ваше». Знаете, что я заметил? Всякий раз, когда у меня сердце смущается, у меня начинаются проблемы, неприятности. Но при этом мы упускаем библейскую заповедь, библейское слово о сердце. И вот в наших лекциях я бы хотел сосредоточить наше внимание на сердце, на духовном сердце. Потому что если не понять, как работает наше сердце, как устроено духовное сердце, то начнутся проблемы, начнутся сложности, будут проблемы в нашем поведении, в наших поступках, и мы не поймем, откуда это происходит. Мы пытаемся изменить поведение, но не меняем источник, не меняем причину. Нам с вами предстоит путешествие, это целый процесс. Мы с вами сегодня к нему и приступим. В свое время я сам отправился в этот путь, в это путешествие. Было больно, было тяжело, но оно того стоило. Я вырос в неверующей семье, я не знал Священного Писания, я не знал Христа. И когда мне было 19, я уверовал в Иисуса Христа, назвал Его своим Спасителем. Он сделал меня новым человеком, но сердце мое было ранено, в нем были нерешенные вопросы, и вскоре эти вопросы стали выходить наружу, у меня начинались проблемы. И мне пришлось остановиться, мне пришлось задуматься о том, что же со мной происходит, что происходит на глубочайшем уровне моего естества. Мы говорим о духовной формации, духовном становлении. И вот важнейшая часть духовного становления заключается в том, чтобы сердце наше не смущалось. Мы с вами поговорим о том, как этого добиться, что сделать. Понимаете, если сердце наше смущается, то все предсказуемо. Этот цикл великолепно описал доктор Аллен, бывший преподаватель психиатрии в Гарвардском, Йельском и Джорджтаунском университете. Он говорит о том, что этот цикл вполне предсказуем. Начинается все с внутренней боли, сострадания, с пустоты. Далее чувство неадекватности, желание быть любимым, ощущение утраты. Затем все это проявляется в угрызениях совести, в чувстве вины, в депрессии, в гневе и скуке. И вот человек, подверженный всему этому, такой как я, пытается как-то заглушить эту боль, пытается победить ее с помощью анестетиков, с помощью наркотиков, алкоголя, отношений с людьми, работы, выплесков гнева, половых связей, еды и азартных игр. Однако эта помощь оказывается лишь временной. Более того, человек еще дальше, еще глубже загоняет себя в угол. Он испытывает чувство вины, он испытывает все больше и больше стыд, он испытывает всю большую неудовлетворенность. Поэтому очень важно решать те вопросы, решать те проблемы, которые у нас есть, с помощью Божьей благодати. Очень важно совершить путешествие внутрь нашего сердца. Если проблему не решить, она проявится наружу. Если проблему не решить, она проявится в нашем поведении, в наших действиях. Поэтому моя молитва за каждого из нас, за тех, кто слушает и смотрит эти лекции, заключается вот в чем. В 108-м псалме, 21 и 22 стихи, псалмопевец говорит вот что. «Со мною же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, ибо блага милость Твоя, спаси меня, ибо я беден и нищ, и сердце мое уязвлено во мне». У каждого из нас уязвленное, израненное сердце. У кого-то этих ран больше, у кого-то меньше, но есть они у всех. Жизнь нелегка. Сердцу нашему нелегко, но если пренебрегать сердцем, то будет еще хуже. С другой стороны, я надеюсь, что через эти лекции мы с вами еще лучше поймем, насколько важно наше сердце. Сейчас хотел бы представить вам план нашего курса. Вот темы, которые мы с вами будем изучать. Насколько важно наше сердце, каковы его нужды, как Бог способен чудесным образом изменить наше сердце. Как преодолеть три главные преграды на пути к освобождению сердца? Как укрепить самое главное свое сокровище, свое сердце? Как сохранить силу в сердце? Вот наш путь, вот наш план, вот наше путешествие.
Но начать надо с того, чтобы понять библейскую концепцию сердца. Сегодня именно об этом мы будем говорить. Мы попытаемся разобраться, что же такое сердце, что Библия называет словом «сердце». Итак, в сегодняшней лекции мы будем говорить о том, что такое сердце по Библии. Мы дадим определение сердца, мы попытаемся разъяснить это определение, расшифровать это определение. Мы будем говорить о гранях сердца, потому что у сердца есть грани, три важные грани, три важные составляющие. Далее мы будем говорить о диагнозе или состоянии нашего сердца, какой диагноз ставит Бог нашему сердцу. А затем мы будем приводить библейские описания сердца. Что такое опустошенное сердце? Как сердце дошло до такого состояния? Ну, сначала я бы хотел сказать несколько слов о том, как мы используем слово «сердце» в нашей повседневной речи. Мы говорим «у меня болит сердце», у нас есть проблема, есть трудности, мы говорим «у меня сердце по этому поводу болит». Иногда мы говорим «у меня сердце разрывается от этой трагедии». Иногда, когда нам здорово, мы говорим «я с легким сердцем сегодня выступаю перед вами, с легким сердцем». Порою мы говорим «да не лежит у меня к этому сердце». Это значит, что мы не можем сделать то, о чем нас просят люди. Иногда мы говорим «давай поговорим от сердца к сердцу, чистосердечно, чистосердечный разговор». Еще одна фраза. Давайте дойдем до сути, по-английски «до сердца» этого вопроса. Итак, слово «сердце» во всех этих фразах указывает на глубочайший уровень нашего естества, на саму нашу суть. Я представляю себе сердце как сердцевину, как ось велосипедного колеса. Вот к этой оси сходятся все спицы. В этой оси начинаются все спицы. Это и есть самый центр нашего естества, центр нашей личности. Сердце — метафоричное определение сути нашей личности. В Священном Писании поразительно, что Бог прежде всего обращается к человеческому сердцу. Человек смотрит на внешность, Бог смотрит на сердце. Сердце упоминается в Библии более 1000 раз. Иногда речь идет о физическом сердце, о физическом органе человека. Но в большинстве случаев речь идет о духовном сердце. Бог обращается именно к человеческому сердцу. Бог работает именно в человеческом сердце. Христос более всего заботился о человеческом сердце. Он знал, что такое сердце. Он знает об этом лучше всех. Давайте посмотрим несколько определений сердца. Конечно же, есть прямое, непосредственное определение сердца. Это тот насос, который качает нашу кровь. Это физическое сердце. Если наше сердце плохо работает, то все идет не так. Мы это понимаем. Мы понимаем, что сердце, физический орган, это просто насос, но этот насос стоит в центре нашей физической жизни. Но у слова «сердце» есть еще и переносное, метафорическое значение. Это центр духовной жизни. Из сердца исходит все. Сердце — один из самых наполненных значениями, наполненных смыслом библейских терминов. Вся природа человеческая исходит из сердца. Один человек определил сердце как центр человеческой жизни, если хотите, исполнительный центр человеческой жизни. Сердце — это тот орган, с помощью которого принимаются все наши решения. Это источник наших слов, наших мыслей, наших дел, наших побуждений. Это главный мотиватор нашей человеческой жизни. Вот такое определение сердца, метафорическое, но это определение, которым мы с вами будем пользоваться. Читая Священное Писание, я обратил внимание вот на что. Когда Иисус говорит с фарисеями, обращается к фарисеям в Евангелии от Матфея, 9 глава, 4 стих, Он не говорит им, почему у вас злые мысли, злые помышления в разуме. Он говорит, почему у вас такие помышления в сердце. Получается, что человек думает сердцем, то есть разум оказывается как бы частью сердца.
В другом месте Иисус обращается к фарисеям, мы читаем, «И воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их». Мы читаем в Евангелии от Марка, 3 глава, 5 стих. Обратите внимание, ожесточение сердец, а не воли или разума. Смотрите, что получается. И разум, и воля сосредоточены в сердце. Все это сходится в сердце. Еще один пример. Ученики на пути в Эммаус, и они говорят, не горело ли в нас сердце наше. Они испытывали эмоции, они испытывали переживания. Значит, и переживания тоже сосредоточены в сердце. Получается, что и разум, и воля, и переживания — все это грани человеческого сердца. Получается, как мы уже с вами говорили, что сердце вот в этом переносном, метафорическом значении — это и есть глубочайшая часть нашего естества. Часто в качестве синонима мы используем слово «душа», но Библия использует не только слово «душа», но также и сердце. Сердце — это сосредоточение нашей воли, нашего разума, наших чувств или эмоций. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу TV-семинария.